В настоящее время у нас на модернизации находится тяжелое огневое средство ТОС. Модернизируем его защиту антидронной системы для того, чтобы данный образец вооружения военной техники не уничтожал. Также здесь находится БТР-82А, который получил комплекты решетчатых защитных экранов от аккумулятивного заряда. Бойцы подготовлены наилучшим образом, готовы выполнять любые задачи по ремонту и обслуживанию техники